Здравствуйте! Покажу вам, как связать мотив по данной схеме. Это будет ажурный шестиугольник. Вязать я буду пряжей нарцисс, это 100% хлопок, 400 метров в 100 граммах, и крючок у меня 1,25. Вязание начинать с цепочки из 4 воздушных петель. Цепочку замкнуть в кольцо, провязав соединительный столбик. В это кольцо провязывать столбики без накида. Между столбиками цепочки из 5 воздушных петель. Петля подъема, в колечко, первый столбик. 5 петель. Сюда же следующий столбик. Снова 5 петель, следующий столбик. Должно быть 6 таких арочек. Вместо последней 6 арки провязать 2 петли и столбик с накидом в самое начало ряда. Мы в вершине арки. Считаем, арок должно быть 6. Далее, следующий ряд. Под каждую арку провязать 5 столбиков с одним накидом. Между группами цепочки из 5 петель. Начинаю 3 петли вместо первого столбика и еще 4 столбика в эту арку, столбики с одним накидом. Пять петель. И дальше 5 столбиков под следующую арку. Снова 5 петель. 5 столбиков под следующую арку. Так под каждую арку. Последние 5 столбиков. И далее не арка, а 2 воздушные петли снова. И столбик с одним накидом. Крючок ввожу в верхнюю петлю петель подъема. Следующий ряд. Воздушная петля. Сюда же под арку столбик без накида. Арка из 5 петель. Над петлями подъема и над следующим столбиком провязать 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Не довязываю первый столбик на один шаг и второй столбик на один шаг. Теперь 2 недовязанных столбика провязать вместе. Над третьим столбиком одиночный столбик. Четвертый и пятый тоже провязать вместе. Пять петель. Под арку столбик без накида. 5 петель. Над следующими 5 вязать точно так же. Первый и второй вместе с общей вершиной. Третий одиночный, четвертый и пятый тоже с общей вершиной. И так далее. Под арку столбик до и после по 5 петель.
В конце ряда вместо арки снова две петли и столбик с одним накидом. Крючок ввожу в начало ряда. Следующий ряд будет состоять из арок и столбиков, провязанных вместе. Воздушная петля под эту арку, столбик без накида. Три петли под следующую арку, столбик без накида. У нас было 5 столбиков. Теперь, учитывая, что провязали в начале и в конце вместе, значит у нас 3 столбика. Вот над этими столбиками нужно провязать 3 столбика с накидом с общей вершиной. До и после по 5 петель. Все столбики не довязываю на один шаг. Затем провязываю их вместе. Пять петель. Под арку две арки. Смотрите, под первую арку столбик без накида. И под вторую столбик без накида. А вот здесь между столбиками без накида три петли. А не 5, как везде. Снова 5 петель и все повторять. Под арки по столбику без накида, между ними 3 петли. Столбики с общей вершины 3 столбика до и после по 5 петель. В конце ряда 5 воздушных петель и соединительный столбик в самое начало. Остался один последний ряд. Здесь будут цепочки из воздушных петель. Начинаем. Воздушная петля. Сюда же провязать столбик без накида. 3 петли. Над столбиком левее столбик без накида. 3 петли. Под арку столбик без накида. 5 петель. Пропускаем вот эту вершину под следующую арку столбик без накида. 3 петли. Над первым столбиком без накида столбик без накида. 3 петли. Над вторым столбиком столбик без накида. 3 петли. Под арку до вершины столбик без накида. Дальше все повторять. 5 петель. После вершины под арку столбик без накида. Смотрите, какая закономерность. Там, где арки, над столбиками провязывать по столбику без накида. Один раз арка из 3 петель. Второй раз арка из 3 петель и третий раз. Дальше под эту арку столбик без накида. И вот тут над вершиной 5 петель. Под следующую арку снова столбик без накида. И 3 арочки по 3 петли. Последний столбик 5 петель. В общем, только над вершиной 5 петель. Везде по 3 петли арки маленькие. В самом конце будет столбик без накида, провязанный в самое начало, где у нас была петля подъема и первый столбик без накида. Вот и все. Наш мотив довязан. Получается очень симпатичный ажурный мотив.
Это шестиугольник. Как соединять мотивы ажурные? Есть отдельное, очень подробное видео на канале номер 280. Очень рекомендую посмотреть. На этом все. Урок окончен. Спасибо за внимание. И не забудьте подписаться на канал и оставить комментарий.